Всем привет! Ну что, мы сегодня на аккаунте СНК, и у нас сегодня будет обалденный роллинг плюс открытие плюшек. Будем с вами выбивать недостающего Фобу и кучу остальных героев. В общем, поехали. Акций сегодня никаких нет. Мы просто трэшуем. Смотрим аккаунт. Так, находится он в гильдии Сила. Первые, вторые, третье, четвертое, но только первые места. Битва гильдии, атака фартовки. Дайте заявочки, вступайте, прорвемся, БГ обязательно. Атака фартов 12.00, факела 20.45. Качаем часовых. Окей. Смотрим, что у него по донату. Без донат. Чисто без донат с веселым ником Э. Окей. Так. Отлично. По героям. Такс. Нету Фобы, Косма. Командорка Кенди, ППшка, оккультист, Свалина, Сура, Махатма. Ну, в принципе, нормально. А чё Кенди нету? Не поверю, что Кенди нету. Да, Кенди все-таки нету. Окей. Поехали, полазим по алтарю еще. Посмотрим, как живут без донаты. Так, с Фрейка 11-11. В принципе, неплохо. Баста. Ну, это, конечно, печально. Отлично. Нормально, на архидемона сойдет. На подземке, кстати. По подземкам. 753. Кошмарка. 5 не зафармлено. Странно с такими-то героями. Пора бы уже. Так, тыковка, топчик. Бугич. Ну, без донат бог войны, в принципе, как вариант. Рогатка, топ. Это печаль. Полная печаль. Такс. В принципе, и ремок хватает. Рэнк. Такс, хорошо. В общем, понятно. Ну что, поехали. 50к. Не под акции, не под шоу, просто на слив. Просто по-братски сливаем аккаунт. Так, ну поехали. Надо Космо. Надо Фоба в первую очередь. Малышник. Малышник неплохо. Просто изи. Я даже не буду, ну, батька ролит. Я даже орать не буду. Зачем орать? Можете за меня поорать. Ну что, поздравляю, Космо, у тебя уже на аккаунте просто пару тычек. Как обычно, все подкручено, подролено. Кидайте заявочки на админ панельку. Все достанем, все что надо. Поехали дальше. Суккуб. Купидон. Минута молчания. Тишина. Видите, какая музычка? Наслаждайтесь. СРМщик. Тишина. Так, окей. Ну что? Все вроде good. Роллинг удался. Можно сливать аккаунт. А, так. Кого нам не хватает? Асурика, Свалина, Махатмы. Значит, берем цель. ПБшка, Командора. Это да. Поехали дальше. Надо подкрутить нужных героев. Душегуб. Укротитель. Атлант. Тесса. Землеройка. Ну, чё? А чё нет? Ну, землеройка у него есть. Такс. Let's go, Warlock. Триантик. Артешечка.
Ебой! Вы говорите не, пис... не говорить вам, не писать, не говорить. Какая нахрен разница? Поздравляю, еще одна недостающая Лего свален. Просто налегке. Так, ну что, берем курс, надо ПБшка Командора и Махатма. Нормальный бездонатный аккаунт. Поехали дальше. Душек. Рыцарь. Дед Мороз. Ну, лето на улице. Тыковка. Добрый вечер, Валентина. Кому нужна эта землеройка? Сколько их будет падать уже? Это как Фрея раньше падала. Землеройка, то есть землеройка. Фея. Валентина. Чую, где-то должна быть бабуля скоро. Капитан Дрейк. Ну, почти как бабуля. Тыковка. Так, давайте до 15к и пойдем пооткрываем. Плюшки дадим рандомчику подумать. На следующей легой. Так, кто у нас? Пу-пу-пу-пу-пу. Нормально. Нормально плюх. Так, ну начнем. Давайте начнем. С этого. Мешки Prime. Ну, Коммодору понятно, мы отсюда не вытащим. Но девятые рунки самое то. И тут же сразу нам падает девятая руна. Отлично. 20 коммодорки, неплохо. Еще бы неплохо было по 20, все упало. Так, по-любому бабулька упадет, потому что скин выпал. И Асурик. В принципе, я скажу, неплохо. Такс, это эмблемки. Такс, отсюда нам надо вытащить. Ну, неплохо было бы ремочку. Пожалуйста, вуаля, ремка есть, изворот есть, тыковка. В кайфе. Так, поехали дальше. Похлопали в ладошки, поехали дальше. Первые сундуки. Вторая карта. Ну, в принципе, нормально. Не хватает места на складе. Ладно, немножко потратим самиков. Немножко потратим самиков. Так. Неплохо, три воодушевления пятых, а почему бы и нет? Это оно. Отсюда нам надо исцеление. Ну хотя, в принципе, зачем исцеление? 10к кулаков, железка для подземок, нормально, эмблемок вытащили. В общем, сейчас вернемся, посмотрим. Просто изи. СО, то, что надо. Как доктор прописал. Так, стоточка и отсюда 10 коробочек. Не, упал нам скин. Так, ну тут было бы классно священный суд. Недомогание, тоже вариант инохрона, хранитель леса. Так, отсюда. Это, по-моему, всем извороты падали, если я не ошибаюсь. Так, ну сундуки форта мы быстренько откроем. Карта смены таланта, еще одна. Карточки, коробки отсюда очень хреново в последнее время падают. Отлично. Так, что тут по героям надо? Тут вроде ничего такого и не надо уже с этих героев. Со вторых. Чисто как повторки пооткрывать. Инди нам надо. Ладненько, давайте сейчас поехали. Попробуем. Ну, рандомчик, давай уже. Давай недостающую ту бабульку. Тыква призрачной. Ну, по-моему, мы уже его полностью обанкротили сегодня. Вообще жесть, ни хрена не дает. Хранитель. Ну, давай. Опять минута молчания, просто изи. Все под заказ, все... Подкручено, заролено, админ панелька тащит. Поехали дальше. Махатма на аккаунте есть.
Так, поехали дальше. Что тут у нас? Мифические сундуки. Вот это тоже надо пооткрывать, посмотреть хотя бы, что тут падает. КГшек вытащили, нормально, а чё нет? Такс. Нормально, нормально, нормально. Кстати, карт падает. Надо не забыть на Сардале тоже зафармить. Подротить. Смотрите, что делается. Вот так вот. Бегаешь, бегаешь пару месяцев. Потом заходит Медевин и разносит весь этот аккаунт. Так, отлично. Что у нас в итоге получилось? Ну, неплохо так. 98 кгшек. Вообще отлично. Для прокачки есть, кстати, хватает. На два героя, даже почти на три. Такс. Скины это такое. Сундучки, отлично. Коробочки, талантики, чарочки. Так, ну что, давайте попробуем вытащить. Давайте сначала пооткрываем тех, которые есть. Ну вот это красота просто. Просто по красоте. Офигеть. Самый эпичный роллинг. Все, что надо, все достали. Кроме Фобоса. Я думаю, 4К на Фобу это нереально жестко. Ну, сейчас попробуем. Так, свалин. Оккультист. И все вроде. Землеройки есть у нас. Такс. Асурик надо. Надо аса. Аса, ПБшка, Командора, Кенди. Кенди мы сейчас попробуем вытащить. А, и Фобос. По-моему, кендюшки здесь падают. Где-то с карт. Так, эти мы трогать не будем. Это как повторочки. Ну, конечно, мы их откроем. Какой нафиг оставим? Надо все открыть. Так, тыква раз, тыква два, тыква три. Три тыковки. Ну, в принципе, нормально. Но все равно тыква уже на эволюции. Так, надо нам... Кенди, блин, где ты? Не, Кенди вот отсюда падает. Поехали. 8 карт на Кенди. Снеговик, снеговик, снеговик. Так, призрачный. Кенди есть, отлично. Еще один недостающий. Огонь. Огонь, ребята. Так, где там наша Кенди? Кенди есть. Ну все, у нас осталось 4600 на 4 героя, по-моему. Так, ну эти давайте тоже так залпом. Только чик. Три Фрэнка, ворожей, две сердцеедки. Нормально. На повторке самое то. Вот это кайф, ладушка. Так, удачные сундуки у нас еще остались, завалялись. Так, отлично. Что у нас по картам смены вообще делается? 70 карт смены. Отлично. На по 300. Самое оно. 20К можно обратно вернуть. А, такс, хорошо. Так, космос, Варин, оккультист, Махатма. Ну что, поехали. Ведьма. Ну давай имбу еще одну. Капитан Рогатка. Ну, в принципе, дали имбу, Капитан Рогатка. Триант и за 150 наемный убийца. В общем, вот так вот. Давайте еще доролим. Талантики. Надо уже полностью вжарить. Замедление. Так, замедление ищем. На архидемона есть. Укротитель. Ну-ка нет. Еще одна химка, укротитель есть. Раскол, вот так вот даже. Блин, раскол, конечно, классная тема. А, ищем химку.
ЦУшка, и где-то еще одна была Химка. ЦУшка. Чихарша. Короче, талантики на архидемона нам падают. Ай, промахнулся. Ну и фиг с ним, зато четвертая у нас ремочка. Короче, вот так вот, ребята. Мега трэш, причем полнейший. Он уже сам определится, кому он хочет там ремку. Ну, можно Космичу поставить. Просто чудесный роллинг, чудесное открытие всего. Пишите, кидайте заявочки, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.